Доброго времени суток, дорогие друзья! У нас сегодня 31 день Сфирата Омер. И это у нас Тиферет Шебеот. Покорность сострадания. Точнее, сострадание в покорности. Нужно задать себе вопрос на сегодняшний день. Насколько мое общение с другими людьми комфортно, и в нем присутствует сострадание и умение, как говорится, показать уважение к другому человеку, то есть покорность, скромность, насколько мне мешает, допустим, мое качество покорности, насколько оно искренне проявляется. Так же, как покорность в сострадании может повлиять на одно качество, так же и сострадание в покорности влияет на другое, на это же качество. То есть и там должен быть баланс, который может правильно влиять на человека, правильно влиять на взаимоотношения. И нужно сегодня, задание на сегодняшний день, активизировать свою, как говорится, покорность и проявить это чувство именно в сострадании другому человеку, в сочувствии, то есть активно проявить это чувство. Вот такое задание на сегодняшний день. Хорошего всем дня и хорошего настроения.